Итоговый концерт праздничного дня стал одним из самых масштабных и ярких на Кубани. Тысячи армавирцев и приезжих стали свидетелями живого выступления российских и зарубежных артистов. Ведущими праздника были участники юмористического телепроекта канала ТНТ «Камеди Баттл». Итак, дорогие друзья, мы также хотели узнать, а есть ли хоккейный клуб в Армавире? Как называется? Торпеда? Они... Вот все торпеда, да? Эти просто 11 человек играют во все. И волейбол, и на вокзале пирожки пекут. А я тебе уверяю, это какая-то мафия. Скоро здесь вообще все переделают. Вот вместо названия этого кафе будет торпеда-кафе. Да, а куда... Фото-торпеда. А в каком городе выступаем? Торпедовир. Торпедовир. Там говорят торпедовцы. Первым на сцену вышел композитор, певец, народный артист России Игорь Корнелюк. Музыкант сказал, что в Армавире он не впервые. Много лет назад Корнелюк любовался красотами еще советского Армавира. Сегодня артиста удивило, как изменился город. Как помолодел ваш город. Мне вдвойне это приятно сделать. Такой замечательный праздник. День весны, день мира, день труда. Ночь и тишина, данная навек. Может быть, падает снег. Все равно бесконечно надеждой согрет. Я вдали вижу город, которого нет. Творческую эстафету продолжила эстрадная певица, а в недавнем еще и актриса Юлия Савичева, выпускница телепроекта «Фабрика звезд 2» и участница международного конкурса «Евровидение». Вместе со своей командой музыкантов зажгли праздничный вечер. Савичева – одна из немногих артистов, на протяжении 5 лет дающая концерты только вживую. В конце вечера на сцене появился тот, кого называют вечным мальчиком и покорителем сердец юных девушек. Для армавирских зрителей Юрий Шатунов исполнил цикл песен, посвященных самому странному чувству – любви. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Что с ними сделал снег и морозы, лед витрин голубых. Уже в кульминации праздника в юмористической форме ведущие невольно шутили над следующим номером. Кто же из российских или же зарубежных артистов будет дальше светить на сцене? Хирург Олег! Не хирург Олег! Может быть, педиатр Толя? Не педиатр Толя! Окулист Вика? Нет! Лорд Толя? Нет! Акушер Инна? Нет! Это доктор Албер! О, Господи, доктор Албер! Поехали! Chiki-chiki mise hello, your magic for the day and the night. Chiki-chiki mise bonjour, where's the girl, where's the love? Chiki-chiki ole ole, pick up the phone, you're the woman in the yard. Chiki-chiki girl, one on the dog, a bubble, go bubble till the morning rust. Албан – настоящее имя Албан Нвапа, шведский музыкант нигерийского происхождения. Появление сценического псевдонима «Доктор у певца» связано напрямую с его профессией. Албан окончил стоматологический факультет, и добавление слова «доктор» – это намек на несостоявшуюся карьеру стоматолога. It's my life.
«Чики-чики» и еще несколько знаменитых песен из запаса доктора Албана услышали гости праздника. А сингл, ставший практически визитной карточкой музыканта «It's My Life», Албан исполнил дважды. Фольклова, Дмитрий Тишков, служба новостей «Армавира».